Приветствую вас снова. Ну и вот, значит, заточил я нож бабочка свой китайский на точилке, у которой я подрезал края, сточил носики. В общем, заточил я нож под 25 градусов на этой, можно так сказать, модифицированной точилке. Да. Вот. И сейчас я вам продемонстрирую, как он режет. Вот, пожалуйста. И с вывертами, и так режет. То есть, в принципе, точилка, ну, тут зацепляется вот за этот. Тут, видимо, плохо наточилось. Ну, и где-то там небольшой этот есть. В принципе... Этот держатель нормально точит нож. Спасибо за внимание. До новых встреч.